Вот отъездил я сезон, всю зиму. Посмотрите, все шипы на месте. Ездил исключительно город. Значит, шины Triangle 757. Все шипы на месте. Отлично, еду сейчас переобуваться. Сегодня 17 апреля. Задняя все резина себя очень хорошо показала. Так что можете смело покупать. Все шипы на месте, все хорошо. Что я хочу сказать по поводу, значит, мне показалось, что расход чуть-чуть увеличился с этой резиной. Она не шумная, эта резина, абсолютно. Я вот проездил всю зиму, мне было очень комфортно на ней. Я вот сейчас приехал с женой переобуваться на ее машину. Я хотел купить этого же производителя, ну, Triangle, летние шины. Но их не оказалось в наличии. Мне пришлось Yokogama купить. Так что я смотрю, что шины пользуются спросом, успехом. Мне кажется, можно смело покупать, пользоваться. Эти шины прекрасно себя зарекомендовали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.